Здравствуйте, ребят. Очередная бандеролька. И, как я уже там в предыдущих видео сказал, это идет сезон для заказов, женских заказов. Поэтому одна за другой идут бандерольки для женщин. И, как всегда, я говорю, почему я делаю такие распаковки. Потому что мой канал смотрят очень много женщин, девушек, девочек. От 13 до более 65 лет возраст. И это количество, или сколько их там, более 30%. Поэтому я хотел не показывать, как я там говорил, что распаковки женских товаров. Но ввиду того, что очень много женского пола смотрит мой канал, поэтому я показывал и буду показывать то, что приходит, то, что мне заказывают женщины. Я заказываю на Алиэкспресс, и оно мне приходит, я показываю распаковки. А на товары, на эти, ссылочка внизу в описании будет. Переходите по ссылке, смотрите, что и как, и там много разного всего. И также не забывайте за кэшбэк. Кэшбэк – это реальный возврат денег при подтверждении получения товара, как и вы. Ну, очередная бандеролька, смотрим. А здесь вот такой вот увесистая, вам скажу, увесистая. Не легкая. Поэтому здесь вот тоже зеленая. Какие-то, эти самые браслетки идут зеленого цвета, мне почему-то заказывают. Ну, значит, зеленое, дело идет к весне. А здесь вот такой браслет, ну, якобы из, не знаю, из пластика, не похоже из пластика, потому что вес нормальный. Здесь вот написано, как, вернее, не здесь, а в описании написано, что это настоящий камень малахит. Вот, ну, сейчас бы как бы его попробовать. Ну, если это... Не, ребята, это не пластик. Это не пластик. Нет, пластик ножом не покорябаешь. Это настоящий камушек. Так что вот такой браслет, малахит. Я думаю, ну, там многие говорят, что это что-то лечебное. Я там читал в интернете, что это, значит, каких-то там... Ну, от каких-то там болезней, там, ну, это каких-то от суеверия, там, от глаз, от всего это пишут. Но каждый по-своему рассуждает, каждый по-своему мечтает и думает. Ну, я думаю, что это настоящий камень, и как оно, и что будет. Так что, ребята, вот это такое вот пришло. Значит, я еще напоминаю, кому интересно будет, там ссылка внизу в описании. Переходите, смотрите. И также не забывайте за кэшбэк. А так я благодарю всех за внимание. И еще идет очень много товара, много будет распаковок. Так что, ребята, кто не подписанный, и девчонки, подписывайтесь и следите за следующими. Ну, а это можно выписать кому-то. Маме, бабушке, я не думаю, будут рады таким браслетом. Вот. Так что, до свидания.